Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить все лайки. Сегодня на повестке экономического календаря снова статистика из США. Это данные по личным доходам и расходам, которые выйдут в 13.30 по GMT. Еще один индикатор потребительской активности, который мы будем анализировать с точки зрения влияния на будущие данные по инфляции. Но с учетом того, что у нас уже накопилось за последние несколько недель, я думаю, вы со мной согласитесь, то, что у доллара сейчас куда больше оснований для того, чтобы сохранить восходящую динамику, которую он периодически пытается навязать рынку, показать и удержать ее. Собственно, текущие котировки по индексу доллара 103.30. Можно сказать, что это значение, которое соответствует локальным максимумам. И при фундаментальной поддержке в дальнейшем я почти не сомневаюсь в том, что какое-то время мы будем наблюдать за вот этой траектории, тенденции, и ровно это будет происходить до тех пор, пока рынок не будет убежден в том, что американский регулятор уже готов начать смягчать монетарную политику. Долгое время мы ориентировались на мартовское заседание, но сейчас вероятность, как вы помните, буквально вчера она была ниже 50%, сейчас она в районе 50%. И думаю, то, что март – это уже как бы тот период, то заседание, на котором регулятор с большой долей вероятности все же оставит монетарную политику без изменений. Поэтому нам нужно смотреть уже на перспективу, например, летнего сезона, июньского заседания, где изменение монетарной политики уже более вероятны. Что касается вчерашней торговой сессии, мы ждали очень много макроэкономических отчетов, прям самым, наверное, взрывным релизом стали данные по темпам экономического роста в целом на протяжении всего 2023 года. Мы наблюдали за тем, как эта статистика по ВВП превосходила рыночные ожидания. Были какие-то астрономические показатели. Помните, третий квартал экономический рост выше 5%. Сейчас в четвертом квартале мы были уверены, что экономика не сможет претендовать на очень хорошие цифры, потому что там были вопросы к промышленному сектору, который должен был бы немного ее остудить. Фактически прогноз предполагал то, что в годовом выражении, с учетом четвертого квартала, темп экономического роста США составит 2%, но фактическая цифра 3,3%. Делаем вывод о том, что американская экономика очень сильна, она продолжает создавать новые рабочие места, она, соответственно, в очень хорошем состоянии, и какие-то риски жесткой посадки, либо рецессии, экономического спада, это то, что сейчас, на мой взгляд, совершенно не нужно обсуждать, это неуместно, с учетом тех показателей по ВВП, которые мы видим. Друзья, 3,3% экономический рост для одной из ведущих стран мира. Другие отчеты, первичные заявки на пособие по безработице, 214 тысяч, прогноз был пониже. То есть здесь цифры хуже, чем ожидали, и в целом я полагал то, что значения будут все-таки где-то в районе 200-205 тысяч тоже. Заказы на товар длительного пользования, нулевая динамика, прогноз предполагал рост на 1,1%. И вот данные по первичным заявкам и заказам товара длительного пользования, они немного нейтрализовали суперположительный эффект от данных по ВВП. Но сейчас уже по прошествии, по сути, одного дня, в сухом остатке, наверное, все-таки сильные показатели по ВВП, с ним нужно считаться и не обращать внимания на локальные статистические релизы, которые по значимости, ну, явно не тянут, чтобы бороться с показателем темпов экономического роста. Я, кстати, очень удивился, что вчера мы наблюдали за тем, как вероятность снижения процентной ставки в марте стала выше, то есть фактически она поднялась до 50%. Очень странно. Если у вас есть, кстати, друзья, объяснение, с чем это могло быть связано, обязательно пишите в комментариях, будет интересно знакомиться с вашей точкой зрения. Я думаю, то, что мы все же подошли с вами к заседанию Федрезерва, которое состоится уже на следующей неделе, вооруженные очень хорошим фундаментальным фоном, поэтому послушаем представителей Федрезерва, посмотрим за прогнозами по инфляции и экономическому росту. Я полагаю, то, что на следующей неделе мы точно убедимся с вами в том, что у индекса доллара долгосрочные перспективы, или хотя опущу это слово, среднесрочные перспективы, пока что это движение вверх. Ну, кстати, это не значит, что мы должны параллельно с этим сразу же шортить рисковые инструменты. Нет, так не работает на рынке. Корреляция между многими инструментами даже далеко не 50-60%, поэтому даже несмотря на уверенность в том, что
индекс доллара может сохранить бычью динамику. У нас по-прежнему довольно оптимистичные взгляды в отношении британской валюты, к примеру, и их американского фондового рынка. Золото 2021 доллар за тройскую унцию. Учитывая то, что мы увидели по статистике в США вчера, я думаю, что доллар будет теснить позиции рынка драгоценных металлов. Поэтому, начиная понемногу шортить этот металл, рекомендую вам тоже присматриваться к шортам, кому интересно. Будем сопровождать эту сделку, и в идеале бы уже на следующей неделе, в момент заседания Федрезерва, а может быть до этого события, уже протестировать поддержку 2000 долларов за тройскую унцию. Британская валюта 1.2710, всю неделю мы топчемся в районе отметки 1.27, но в последние дни мы получили очень хорошую фундаментальную поддержку для нашей идеи роста британцев, потому что сильные данные по активности в сфере услуг, в промышленном секторе Англии и по композитному показателю убедили нас в том, что британская экономика точно сможет избежать рецессии, я об этом говорил. Поэтому Банку Англии сейчас нужно просто сфокусироваться на самом факте необходимости удержания ставки высокой в течение длительного периода времени. И мы, пока Банк Англии будет сохранять ставку, я думаю, что как минимум 3 квартала этого года, попробуем с вами затащить фунт выше уровня 1.29. А вот что касается европейской валюты, то тут ситуация немного другая. 1.0840 текущие котировки. Вчера заседание Европейского центрального банка. Ставки оставили без изменений, как и ожидалось. Но на пресс-конференции Лагард почему-то решила, что нужно сделать акцент на очень значительный прогресс, который удалось показать в снижении инфляции. И по ее мнению, когда все главы центральных банков говорят о рисках усиления инфляционного давления, она считает, что инфляция будет дальше снижаться. И, соответственно, вчера после ее пресс-конференции рынок пересмотрел ожидания того, как быстро ЕЦБ начнет снижать процентную ставку, и сейчас это уже второй квартал. То есть, если раньше мы полагали, что это произойдет в третьем-четвертом квартале, то после намеков Лагард это может случиться раньше. Соответственно, это оказало давление на позиции европейской валюты. Ну и понятно еще, что доллар вырос и тоже потеснил позиции евро. Я рекомендую не работать одновременно с индексом доллара и с парой евро-доллар, потому что эти инструменты имеют очень высокую корреляцию, и лучше посмотреть на другие возможности, которые есть на рынке. Фондовый рынок США, S&P 500, 4900 пунктов, на максимумах остаемся, соответственно, ждем движения вверх, потому что после вчерашних релизов по ВВП, да, есть очень хорошая почва для усиления восходящей динамики, и просто фонде нужно показать этот рост. Ну да, каждый пункт сейчас будет даваться все сложнее, потому что мы все-таки находимся на исторических максимумах. Но американский фондовый рынок с большой долей вероятности выйдет к новым лимитам, новым рекордным отметкам, нежели чем перейдет к снижению. Доллар-иена 147.80. Очень интересный последний отчет правительства о последствиях землетрясения в Японии. Я некоторое время назад давал вам понять, друзья, что из-за вот этого форс-мажора будет важно для Банка Японии сохранить экономический стимул еще какое-то время, потому что нужно поддерживать наиболее пострадавшие регионы. И, собственно, этот отчет правительства подтвердил тот факт, что последствия землетрясения могут стоить японской экономике 0,5% экономического роста. Поэтому я думаю, то, что Банк Японии точно, даже хотя бы по этой причине, не будет торопиться с ужесточением монетарной политики. Плюс ко всему, данные по инфляции в токийском регионе, это уже январские цифры, они вышли буквально несколько часов назад, снижение показателя с 2,4% до 1,6% в годовом выражении, базовая инфляция также скорректировалась с 3,5% до 3,1%. Без роста инфляции Банк Японии не сможет оправдать ужесточение политики как уместную меру, потому что отказ от стимулирующей политики, он должен происходить только лишь в условиях значительного роста денежной массы, которая начинает увеличивать инфляцию. В Японии этого пока не происходит, поэтому я удерживаю длинные позиции по паре доллар-иена и жду движения выше уровня 149. И рынок нефти, Brent 81.50, на этой неделе покупатели получили достойную поддержку. Это меры экономического стимулирования от Китая через анонс нового пакета помощи, потом снижение норм резервирования для коммерческих банков, данные по запасам нефти США, которые просели на 9,2 миллиона. Но сантимент еще не меняется. И я по этой причине все-таки пока что подержу шорт по нефти, если
настроение на рынке на следующей неделе скорректируется настолько, что толпа уже окажется в коротких позициях, то тогда будем менять свои представления о рынке нефти и рассматривать уже возможности для лонгов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!